Вопрос, который вы задали, госпожа федеральный канцлер высказалась очень аккуратно, а я позволю взгляд со стороны. Ведь не может эффективно работать единая валютная зона без единой бюджетной, фискальной политики и без единой макроэкономической политики. Особенно, если членами этого союза являются субъекты с разным уровнем экономического развития. Поэтому как это будет сделано? Либо будут создаваться федеративная, объединенная какая-то государственная структура Соединенные Штаты Европы, либо это будет делаться на основе отдельных договоров и соглашений. Знаете, у нас это все равно. Важен результат. Много всяких анекдотов можно привести на этот счет. Как бы не действовать во время первой брачной ночи, результат должен быть один и тот же, понимаете?